Здорово, народ! Это уже девятая часть, что делают игроки, или же слежу за игроками на Матрешка РП. Получилось, как всегда, просто восхитительно, так что смотрите до конца. Также держите победителя на конкурс прошлого видоса. Обязательно, братанчик, отпиши мне во ВКонтакте со всеми доказательствами, чтобы забрать свой приз. Но если ты тоже хочешь один лям на халяву на 13-м сервере, то просто поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий со словом «участвую». Ну и главное условие — это ввести мой промокод «Бутак» абсолютно на любом сервере Матрехи. Между прочим, который дает неплохие такие бонусы. Это автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG Coupe, автомобиль Lamborghini Huracan, 50 тысяч игровых валюты, подписку Матрешка Плюс на 7 дней и 4 экспи для прокачки твоего уровня. Так что если хочешь победить в конкурсе, то выполняй все условия. Больше не смею вас задерживать, приятного вам просмотра. Мы сейчас смотрим, следим за игроком. Я в иных. Он сейчас играет в казино, у него было что-то 65 тысяч, сейчас у него 169, это вообще пиздец. 9 уровень еще, кстати. Жесткий чел, жесткий, я же говорю вам. 168 тысяч, он что-то сливает, поднимает. Братан, давай, 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 побольше, побольше, побольше трэша, побольше кэша, давай, че ты, ёпта, до 200. О, 73, нихуя себе, уже нормально поднимает кэшек. Ты чё, братан, делаешь, бля? Ты чё делаешь? Нихуя себе. Чё, жесткий, что ли? Жесткий, рисковый, бля. Жесткий, рисковый, я бегу туда, куда могу, сюда. Ну чё, братан, подымишь. Ага, слил. Ну ладно, чё, с тобой неинтересно, поэтому идем на 111-го. 111-й, а, я понял, сразу так даже, бля. 112-й, бам, Адам Пафос. Сколько у него на руках? 5 лямов, 800 тысяч. Ебать, реально пафосный чел. Реально пафосный чел. У него 20 уровень, 29 из 84 опыта до 21 уровня. Ну нихуя себе, 5 лямов, блядь. 5 лямов, он в ВК еще стоит. Ну ладно, стой. 120 айдишник. Опа, Рахимзан Казак. Ты казан? Нет, он казан, для плова, бля. 123-й. Сесо Вртфдо. Сесо Вртфдо. Чел что-то катается, что он делает, вообще хуй пойми. Сесо, братан, на нахуй, чтоб не втыкало ебало, понял, бля. Рот, главное, подбородок, так чтобы был крепкий пацан. Так, ну третий уровень, что он чей-то мотоцикл забрал. Ну хуй знает чей, наверное, в семью какой-то вступил. Ну окей, погнали дальше. 125-й айдишник. Опа, да не уехаем. 4-й уровень и 14 тысяч на руках. 130-й айдишник. Опа, Ерген Старк. Продам Тесла. 816 тысяч у чувачка и 11-й уровень. Нихуя себе, кстати, на 11-м уровне более-менее нормально. Алло, да-да, кто это? Это проверка. Проверка, ёбан. Никитос Лес. Last Editions. Ладно, идем дальше. 135-й, бам, сюда. Мансур Шамгунов, братан, первый уровень, 5 тысяч, нихуя, настроечки работают, братанчик, работяга жесткий. Окей, дальше идем, 140-й, бам, Тимон Белон, ебать ты нахуй, гос 800 кк, тоже жесткий, 61 тысяча и 12 уровень. Почему ты такой бомжара, блять, иди работай, бро, работать надо. Там скин девушки гоской 200 кк, нет, понятно, у них тут торги вообще пошли, что это за аукцион, шмота здесь намечается, я не понимаю. Идем дальше, 145-й, бам, сюда. Артем Локс. 5 уровень и 77 тысяч на руках. Все, пацаны, двигай надо, двигай тему, двигай жизнь. Давай, понеслась, давай, понеслась, роднулька. Давай, погнал, ебаный. Погнал, братан, погнал. Так, ладно, 150-й айдишник, Дэн Грей. Это у нас кто? Правильно, это 10 уровень. 546 тысяч, нихуя себе, на дальнобой работает чувачок. Ебать, жесткий. Ты, походу, на дальнобое все и проработал. Я вот, знаете, что думаю? Да хуя людей таких, которые работают на дальнобое. И знаете почему? Скорее всего, потому что на охотники там иногда вообще багуется просто пиздец. Поэтому на охотнике, ой, поэтому на дальнобое лучше всего работать. Так, давайте посмотрим 225, что у него по стате. А, у него, кстати, тоже 5 уровень. Нет, у него, кстати, не тоже. У этого побольше вроде бы уровень был. У этого 255 тысяч и 5 уровень. Ну нихуя, чел только на 5 уровне уже столько денег имеет. Нормально, крутой чувак. Так, окей, летим 230 сразу. Бам! Опа, Алексей Сидоров. Нихуя себе ты, блядь, братан. Че ты, официальный рекорд. Жесткий, рисковый. 29 уровень. 19 391 тысяча. Ой, что я сказал? 20-й, 29-й уровень и 19 491 рубль. Двигай жопой.